Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я зашел на Авито и увидел там очень интересное объявление, потому что в этом объявлении продавался AVM 5 Years. Все бы ничего, но есть одна небольшая проблема. Первое, то что продавать такое на Авито запрещено, а во-вторых, то что коллекция 5 Years еще не вышла в стендов 2. Но зато, ребята, посмотрите на вот эту вот картинку этого объявления. То есть я когда видел эту картинку, это вообще никак не похоже на концепт. Но ясен пень, это обман. Но все-таки, ребята, прямо сегодня мы позвоним, узнаем что и как. И мало ли вдруг купим AVM 5 Years. Ну, самое интересное, то, что там, ребята, была не одна картинка, их было целых две штуки. Потому что, ребята, прямо сейчас посмотрите на тот самый AVM, который просто лежит на полу. И я просто не знаю, что это. Если это концепт, то он сделал максимально качественно. Но если это настоящий AVM 5 Years, то... Такого вообще быть не может. Алло, гараж, 5 Years не вышло. Я думаю, каждый из вас хотел бы получить такой замечательный и прекрасный фамасик сетрек. Что же надо сделать, чтобы получить? Первое, поставить лайк. Во-вторых, подписаться на мой YouTube канал, нажать на красную кнопочку подписаться. И в-третьих, написать любой хороший комментарий. И чем больше комментариев, то тем лучше. Ну что же, погнали звонить. 5 minutes later. Алло, здравствуйте, это вы продавец AVM 5 Years? Да, это я, гони голду. В смысле? Уже сразу голду так давать? Да. А сколько голды стоит? 300 голды. То есть я прямо сейчас покупаю, и вы мне даете AVM 5 Years, да? Да. А как вы мне ее передадите? Ну, отдам вам свой аккаунт. А, хорошо, хорошо, тогда какой скин покупать? Без проблем, 300 голды это немного, поэтому мы купим. Какой скин покупать? Статрека Кайрнана за 300 голды. Ну, там 302 выставил. Все, понял. Я покупаю скин, и вы сразу мне даете AVM 5 Years, правильно или нет? Да, все верно. Хорошо. То есть даете логин и пароль от аккаунта и все чики-мамони, правильно? Да, без проблем. Все, просто хорошо, у меня друг тестер. А, друг тестер? То есть вы получили этот АВМ при помощи вашего друга, да? Да, он мне выдал промокод на данный авик. А, так, 302, правильно? Да. Так, ну что же, я покупаю 302, все, купил, все. Да. Теперь я жду логин. Ну, получается, спасибо за предоплату. Какую предоплату? Ну, данный АВМ стоит 15 тысяч голды. Алло, вы мне сказали, если я куплю скин за 300 голды, мне дайте АВМ, что скидалово? Ну, это была маленькая предоплата. Хорошо, и что вы хотите дальше? Ну, если ты выиграешь меня в дуэли, я тебе дам свой аккаунт с AVM 5 Years. А если не выиграю? Ну, а если не выиграю, то вы мне 15 тысяч голды. Я? Ничего себе вы придумали. Это чисто какой-то легальный обман в 2022 году или как? Нет, это была всего лишь маленькая предоплата. А, предоплата, хорошо. Хорошо, то есть сыграть на долечку, и если я вас побеждаю... О, а вы сможете AVM 5 Years показать в игре? Да, без проблем. 5 minutes later. Так, ну чё, где Алик? Давай показывай сразу, а то я знаю давай. Вас! Куда беги бежать? Беги ко мне на респу. Все, бегу. Ну давай, прям сейчас, AVM 5 Years. Блин, я его ни разу в жизни не видел. А ты где? А я на миду. Ты на миду? Да. Так, подожди, бегу на мид. Да нету тебя на миду, алё, ты где? А, ну я на... Б-план случайно убежал. А, ты уже на планету Б? Братан, 20 секунд разминки осталось. Алло, гараж, надо спешить. Ё-моё! Ты же точно не обманываешь? Да, точно. Подожди, а где ты? Я тебя не вижу. Я около, недалеко от твоей респы. Да блин, ты что прикалываешься, что по кругу бегаешь? Нет, я тебя жду, ты слишком долго идешь. Где? Все, уже и разминка закончилась. То есть, прямо сейчас мы собираем долечку. Если я побеждаю, я получаю... AVM 5 Years! Да, все верно. Все, понял, ну да давай, игра, бей тёмочки, как говорится. Я тебе желаю чики-бамбони, удачки. И, как говорится, полетели. Правильно? Да, тебе тоже удача. Давай, давай. Слушай, а ты тестер или кто ты? Ну, или кто, или твой друг тестер, да? У меня друг тестер. Хорошо, а ты уже много этих авиков продал, если не секрет? Ну, продал 2 штучки. Ого! Так ты еще, оказывается, киберспортсмен или что? О, да. Слушай, хотел бы тебя спросить, ну если у тебя друг реально тестер, ты же знаешь, скоро будет обновление, все дела, чики-бомбони. Вопрос к тебе, братик. Что будет в обновлении 0.19.0? Ну между нами, что будет? Там будут гранатометы. Гранатометы? И что они будут делать? Получается, будет новый режим, где будут 5 на 5, и все люди будут бегать с гранатометами и пулеметами. Угу. Слушай, я смотрю, вы нормально играете. То есть, а если я проиграю, давайте еще раз напомню, что я должен. 15 тысяч голды. Сколько? Ну,
Так уж и быть, скидочку 14700. А, хорошо, хорошо, хорошо. То есть, если я проиграю, то я всего лишь отдаю вам 14700 голды, да? Да, все. А, слушай, а вы нормально придумали, да? Вначале мне разделились предоплаты, теперь еще хотите на 15 голды, да? Наверное, думаете, что богатые меня можно разводить, да? Честно скажите. Какой развод? Все по-честному. А что касаемо новых карт? Надо ли ждать обновления 0.19.0 новые карты? Я думаю, вам стоит ожидать таких карт. Карт будет несколько. Так. В разных режимах. О, слушайте. А как вы так играете? Я вам не рассказывал, я играю за команду ПКС. Вы из команды ПКС? И вы ищете, да. И у вас друг тестер, и у вас есть AWM Favierz? Да, я вообще в плане ПКС лидер. А, слушай, а вы меня обманываете, такой вопросик вам? Нет, нет, просто тот аккаунт забыл немножко пароль и решил на этом поиграть. А, я был, ну бывает такой, я тоже что-то забыл пароль аккаунта. Опа, а что такое? А что такое? Что с лицом? 2-3, домой! Ну повезло, 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 не радуйтесь раньше времени. Слушай, такой вопросик, а будут ли еще новые скины в Standard War? Да, будут скины на пулемет и также еще будет бонус для обычных игроков в виде скинов на обычные ножи. А скины на гранатомет будут? Да, их будет около 12 штук. Сколько? То есть вы добавите чистый кейс скинами на гранатомет, правильно? Да, все верно. Хорошо, я понял. Ну давайте, давайте, давайте. Опа! Что по киберспорту? Что по киберспорту? Что по киберспорту? Домой, 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 откисаем, откисаем, отдыхаем. То есть получается, какая ситуация? То есть, возможности, я проиграю в дуэли. Я не получу ни АВМа, но еще 15 голды потеряю, да? Да, все верно. Ну сейчас просто налегке с нубика 15 тысяч зафармили. О! Боже, а что вы меня называете нубиком? Уверены, что я нубик? Опа! Ой-ой-ой! Ой, опять повезло. 4-4. Ой, отдыхаем! На расслабоне начали, отдыхаем! Так, ну что же, счет 4-4. И я вам скажу только одно. Кажись, я сейчас кому-то надеру попочку! Вот там надерешь. Просто как синички. Чепуха. Я чепуха? Вы нормальный? Может, вам голду не давать, если вы так разговариваете со мной? Или вы думаете, если вы хорошо играете, то вам что-то сможет? Я сейчас напишу своему другу тестер, он вас забанит. Меня забанит за что? Да, за оскорбление главной администрации. А как я вас оскорбил? Вы оскорбили меня очень некультурным словом. А вот так я вас и оскорбил, с АВМ Спорта 2, домой! Ну это просто скинченджер, сейчас напишу своему другу, он вас забанит. А, это скинченджер, да? То есть вы думаете, что я, ну, типа, софт использую, правильно? Да. А что будет дороже, Авик ТХ или вот это АВМ Favierz? Ну, я думаю, на начале будет, естественно, дороже АВМ 5 Years. Ага. То есть вы думаете, что будет стоить 1200 голды, да? Возможно, даже больше. 750 тысяч голды. Домой! Что ты делаешь, софтер? Я сейчас все, я пишу сейчас другу, он вас забанит. Прямо сейчас за в карте. За что? Мы договорились. Вы мне пишете логин и пароль. Все, от аккаунта, на котором есть АВМ 5 Years, правильно? Да. Слушай, такой вопросик, а у вас еще есть тычковые ножи? Ну мало ли, там вдруг где-то завалялись ненужные. Ну, у меня их сейчас на аккаунте около 10 штук. Надо будет выяснить перед тем, как вам отдать АВМ. Ого. Всего лишь за 2000 голды я вам готов их продать. То есть, если я вам прямо сейчас прикину 2000 голды, вы готовы дать тычковые ножи? Ну а прямо сейчас у нас финальный раунд. Счет 7-7! И прямо сейчас я получу АВМ 5 Years, правильно? Да, все верно, если вы выиграете. А если вы проиграете, вы мне должны 15 тысяч голды. Хорошо, я понял, слушайте. Очень интересная дуэлька против вас. Ну еще, ничего, я сейчас буду играть максимально по брейну, поэтому я говорю сразу, готовьте попочку. Потому что прямо сейчас АВМ 5 Years я заберу себе. Так, а вы где там? Какой заберете? Я вам дам сейчас вон тапчик с М40, кобовин. Домой! А что такое? А что за лицо? Все, я пишу своему другу, он вас сейчас забанен за читы. Да что ты творишь? Не, подождите, в смысле? Мы с вами договорились. Я играл без софта, все по-честному. Я выиграл АВМ 5 Years или нет? Да, вы выиграли его. Хорошо. Я жду прямо сейчас логин и пароль. 5 minutes later. Так, я вижу, вы написали логин и пароль в Дискорде, все верно, да? Да, пока, ботик. Давайте посмотрим, что же там на этом аккаунте. Мне же самому интересно. И вот мы, ребята, на этом аккаунте. И вы только посмотрите, я вижу это ВМ. Вы видите ВМ 5 Years? Я вижу, вот. Вот же он, вот же он. Правда, есть одна небольшая проблема, то что этот АВМ стоит 0.28 голды. Короче, меня, как обычно, этот негодяй развел. Но если понравилось данное видео, прямо эту секунду, ребят, прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также, если хотите, чтобы я именно вот этот аккаунт просто так написал логин и пароль, переходите ко мне в телегу, потому что очень скоро я напишу все данные от этого аккаунта именно там, и вы с ним сделаете все, что захотите. Всем удачи, всем пока.